прежде всего, это пример талантливого человека для меня. И пример, которым я пользуюсь, общаясь со своими учениками. Он как бы утверждает мою теорию, что в каждом человеке заложена природой талант. Главное – дать возможность ему раскрыться. Да, у него он был болезненным мальчиком, что-то у него получалось, что-то ему нравилось, что-то не нравилось, но ему очень нравились естественные науки. И он этим занимался даже за пределами гимназического курса. И это стало делом его всей жизни. И я всегда ребятам говорю, вот вы выберите для себя, ищите, найдите, это не всегда сразу же можно определить. И тогда уже этому своему увлечению посвятите всю свою жизнь, и вы тоже добьетесь успеха.